Всем тихой ночи. Выйти этому видео помог инди-разработчик классной игры под названием Tiny Bunny или Зайчик. Зайчик — это игра с очень густой мрачной мистической атмосферой в старинных советских декорациях, далекого от столицы тихого городка. В этом неприветливом, но по-своему уютном месте развивается история, достойная лучших авторов SCP. Настолько все закручено. Тут есть и сюжетные повороты, и нелинейность происходящего, и интересные диалоги. А главное, это неторопливое повествование, показывающее нам встречающихся с неведомым и потусторонним ужасом детей. А главное, это то, что в игре демонстрируются различные аномальные явления и объекты, еще не поставленные на содержание. И кто знает, когда и при каких обстоятельствах придется с ними столкнуться. В этой же игре можно познакомиться с ними заранее. По жанру это визуальная новелла, и как в любой хорошей визуальной новелле, в ней очень красивый визуальный ряд, состоящий из великолепных артов. Если вы хотите погрузиться в атмосферу этой игры, заходите по ссылке в описании в Steam. Там, кстати, у игры очень положительные отзывы, так что должно быть интересно. Объект SCP-4972. Что-то не так. Объект SCP-4972. Класс объекта неизвестен. Особые условия содержания. Адаптивная камера содержания, АКС, в которой предположительно находится SCP-4972, должна оставаться в отсеке зоны 22, где была впервые обнаружена. Данная АКС должна всегда находиться под охраной не менее чем 10 сотрудников службы безопасности. Помимо согласованного протокола экспериментов, никакие попытки пронаблюдать внутреннюю часть АКС или получить к ней доступ не допускаются. Все одобренные попытки получения доступа к внутренней части АКС в ходе экспериментов должны осуществляться согласно следующей процедуре. Каждый эксперимент должен проводиться силами одного сотрудника класса D. Какие-либо записывающие устройства не должны быть задействованы во время эксперимента. Всему охранному персоналу следует отвернуться от АКС в момент вхождения, а их главные уборы с функцией шумоподавления должны быть активированы до повторного запечатывания АКС. Время, в течение которого сотрудник Д-класса будет оставаться в АКС, должно быть оговорено заранее. Сотрудника класса Д нельзя выпускать до истечения данного срока. В случае, если сотрудник класса Д не попытается покинуть камеру после истечения срока, АКС должна оставаться запечатанной. После выхода из АКС сотрудник класса Д должен пройти процедуру обеззараживания, удаленно проверен на предмет телесных аномалий и опрошен доктором Керром. Опрос должен проходить в закрытой, специально отведенной комнате, где субъекты опрашивающие будут находиться в раздельных отсеках. Никто не должен вступать с рассматриваемым сотрудником в прямую связь до тех пор, пока опрос не будет завершен и подтверждение того, что сотрудник не является источником риска, не будет получено. После завершения эксперимента и задокументирования всей соответствующей информации, сотруднику Д-класса следует ввести амнезиак класса А для удаления всех воспоминаний о вышеупомянутом эксперименте. Описание. SCP-4972 – это объект сущности или явления, предположительно существующее в адаптивной камере содержания, расположенной в зоне 22. Обнаружение. Существование SCP-4972 впервые было обнаружено во время плановой проверки системы зоны 22. Было обнаружено, что со времени предыдущих проверок неиспользуемый отдел стал потреблять большое количество энергии от генераторов зоны. В ходе расследования в указанном отделе была обнаружена АКС с обозначением того, что внутри нее содержится SCP-4972. АКС – это экспериментальная камера содержания, предназначенная для безопасного хранения аномалий с красным уровнем угрозы. Стоит заметить, что прототип АКС еще не был завершен на момент обнаружения SCP-4972. Никто из лиц, находящихся в зоне 22, не смог объяснить, как АКС был доставлен в зону. Амнистическая обработка многочисленных сотрудников доказала, что у них отсутствуют какие-либо воспоминания о прибытии АКС. Кроме того, никто из сотрудников не смог объяснить, почему участок зоны 22, в котором был обнаружен АКС, не использовался в течение столь длительного периода времени. Печать на адаптивной камере содержания не должна быть вскрыта. Не входите в камеру и не пытайтесь извлечь из нее что-либо. Не пытайтесь наблюдать внутреннюю часть камеры. Не пытайтесь вычислить, что находится внутри нее. Не рассуждайте о ее содержимом. Никакая дополнительная информация не может быть разглашена. Мне жаль. О5-6. Командный код.
Подобно персоналу Зоны 22, мнистическая обработка O5-6 выявила отсутствие у него воспоминаний об SCP-4972 или появлении АКС, а также то, что он не обладал таковыми в какой-либо момент времени. Кроме того, командные коды, приложенные к сообщению, устарели на несколько лет. Чтобы подтвердить природу SCP-4972 и в то же время проследовать большинство указаний, приведенных в оригинальном сообщении, текущие процедуры для проведения экспериментов были созданы доктором Кэром и одобрены O5-6. Протокол эксперимента 4972-1. Субъект D29102. Время в АКС 120 секунд. Субъект вошла в АКС в соответствии с регламентом эксперимента и вышла через 120 секунд. Проверка не показала никаких отклонений на ее теле. Опрос был проведен через 5 минут после того, как субъект вышла из АКС. Начало протокола. Доктор Кэр, добрый вечер. Как вы себя чувствуете? D29102. Ну, думаю, нормально. А зачем вы вообще заставили меня туда зайти? Вы даже не сказали мне что-либо делать. Доктор, просто небольшой рутинный эксперимент. Можете сказать мне, что именно вы там видели? Д. Ну, просто камеру. Так? Доктор, пожалуйста, немного конкретнее. Д. Ах, ну да. Ну, такая себе квадратная камера, освещенная одним этим источником света на потолке. Стены были покрыты этой, даже как не знаю, как описать, пузырчатой пленкой. Доктор, это была адаптивная мембрана. Ну да, это соответствует чертежам. Что-нибудь еще? Д. Ничего такого. Я просто стояла там около 2 минут. Затем постучала в дверь, как вы и сказали. Думаю, там еще был какой-то противный звук завтрака. Но это все. Доктор, там было что? Д. Противный звук завтрака. А что? Доктор. Ах, простите. Я думал, вы сказали что-то другое. Да. Что-нибудь еще? Смеется. Должна сказать, это был не то чтобы эксперимент. Вы, ребята, сильно это раздули, так ведь? Доктор. Ну, я полагаю, если это все, что вы заметили, тогда мне больше нечего спросить. Мы будем держать вас под рукой для дальнейших экспериментов, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Затем вы будете освобождены в соответствии с соглашением. Да. Круто. Доктор Кэр встает и выходит через дверь со своей стороны комнаты для опросов. Да. Встает и выходит через дальнюю стену. Конец протокола. Протокол эксперимента 4972-2. Субъект D39112. Время в АКС 5 минут. Перед вхождением в АКС субъект прошел несколько этапов когнитотерапии, чтобы позволить ему воспринимать явления, выходящие за рамки обычных человеческих возможностей. Субъект вошел в АКС в соответствии с процедурами эксперимента и вышел через 5 минут. Проверка не показала никаких отклонений в его теле. Опрос был проведен через 5 минут после того, как субъект вышел из АКС. Начало протокола. Доктор Кэр. Здравствуйте, D39212. Как вы себя чувствуете? Д. Вам не трудно запоминать этот номер? Вы не можете назвать меня там Стив или как-то так? Доктор. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Стив? Д. Охренеть как. Доктор. Вам плохо? Д. Нет, нет. Наоборот. Охренеть как хорошо. Доктор. Хорошо. Рад это слышать. Не могли бы вы рассказать мне о том, что вы видели в АКС? Д. В чем? Доктор. В камере, в которой мы вас только что поместили, Стив. Д. Ах, ну да-да-да. Ну, я пошел туда, как вы и сказали, осмотрелся. А когда я был ребенком, я часто смотрел это телевизионное шоу под названием «Бернард, прыгающий кролик». Вы видели эту программу? Доктор Кэр делает заметки на протяжении 10 секунд. Доктор Кэр, нет, не видел. Да, шоу в основном сосредоточено вокруг персонажа по имени, как вы уже догадались, Бернард, прыгающий кролик. Он игривый кролик с одинаковыми пятнышками на обоих ушах. Он склонен попадать во всевозможные неприятности, в которых еще обычно участвует полицейский пес Перси, а также гигантский паук, который остается неназванным по сей день. Доктор Кэр делает заметки на протяжении минуты. Доктор Кэр, понятно, пожалуйста, продолжайте. Д. Когда я был ребенком, я смотрел эту программу, понимаете? По моему телевизору. Антенна вылизывала ее из воздуха, как мороженое. И я чувствую, будто бы это моя небесная мечта. У вас есть телевизор? Доктор Кэр делает заметки на протяжении 7 минут. Доктор Кэр, да, зачем вы спрашиваете? Д. Просто интересуюсь. В моем телевизоре иногда появляется игривый кролик. Даже когда я хожу по магазинам, я вижу его в осколках стекла с одинаковыми пятнышками на обеих ушах. Он мой любимый телевизионный персонаж. Доктор делает заметки на протяжении 5 часов. Доктор Кэр, извиняюсь, как звали кролика? Д. Бернард. Доктор Кэр делает заметки на протяжении 634 лет. Доктор Кэр, что же, спасибо за информацию. Она нам очень пригодится. Д. Без проблем, чувак. Доктор Кэр встает и выходит из комнаты для опросов через дверь со своей стороны. Д. Делает то же самое со своей стороны помещения. Конец протокола. Протокол эксперимента 4972-3. Субъект. До
Доктор Кэр. Время ВКС. 6 часов. Во время нарушения условий содержания в зоне 22, сотрудники службы безопасности, назначенные на SCP-4972, были переназначены для оказания помощи в усилиях по пресечению нарушений и обеспечению безопасности объекта. Считается, что в тот момент доктор Кэр вошел в ВКС для проведения несанкционированного эксперимента. Он был освобожден по возвращении сотрудников службы безопасности через 6 часов. Проверка не показала никаких отклонений в его теле. Опрос был проведен доктором Листеем через 5 минут после того, как доктор Кэр вышел из АКС. Начало протокола. Доктор Листей, зачем ты это сделал, Джон? Ну серьезно. Доктор Кэр, я должен был узнать, что-то пошло не так. Доктор Листей, что ты имеешь в виду под что-то пошло не так? Я хочу нормальное объяснение того, о чем ты, черт возьми, думал. Ради бога, ты же сам придумал эти условия содержания. Доктор Кэр, какой именно я? Листей, что? Кэр, можешь помочь мне с этим, пожалуйста? Листей, Джон, с тобой все в порядке? Кэр, да, нет, нет, конечно же, со мной не все в порядке. Я должен сказать тебе, чтобы дать тебе знать, прежде чем это случится. Листей, прежде чем что случится? Кэр, я не знаю, что-то случится, я не знаю что. Мне надо сказать тебе что-то, ладно? Листей, хорошо, давай. Кэр, мы не должны были ее открывать, не должны были открывать ее, Ной. Я видел слова, у меня нет слов, их слишком много. Нам нужно их немного сократить, нам нужно всего 10 или около того. О, черт, о чем, черт возьми, я говорю? Я чувствую себя как пузырьки в ванне. Листей, пузырьки в ванне? Доктор Кэр, распространяется и распространяется. И делится. Да, вот это слово. Это то, что оно. Не записывай это, не записывай. Ты слишком сильно к этому приблизишься. Листей, что ты имеешь в виду? Нам нужно задокументировать этот опрос, Джон. Это поможет в будущих экспериментах. У доктора Кэр начинается явная гипервентиляция. Кэр, что-то не так, что-то не так. Даже не думай об этом. Не пытайся это понять. Ты подбираешься слишком близко. Мне не стоило ничего говорить, прости. Доктор Кэр смотрит на свои руки и начинает кричать. Доктор Листей встает с места. Листей, что такое? Что не так, Джон? Доктор Кэр, черт, что вы со мной сделали? Мои руки. Посмотрите на мои гребаные руки. Что это за место? Где я? Где я? Второй доктор Кэр подходит к окну наблюдения, сгорбившись и широко ухмыляясь. Он ритмично постукивает по стеклу указательным пальцем. Затем, 7 секунд спустя, погружается в пол. Доктор Листей поворачивается и покидает комнату для опросов через дверь со своей стороны. Доктор Кэр не покидает помещение. Конец протокола.